День металлурга – один из главных праздников Балаклавы. Рудоуправление – крупнейшее промышленное предприятие города. Здесь разрабатывают месторождения флюсовых известняков в карьерах. Сотни балаклавцев гордо называют себя горняками. В процессе сложной, но интересной работы они добывают известняк для металлургической, химической, сахарной и строительной отрасли. Общий результат труда зависит от людей десятка специальностей. Ответственность, конечно, да. Ответственность, отвечаем в данном случае на карьере за работу экскаваторов. Это такой немаловажный объект, как говорится. Но чувствую ответственность, чтобы они были постоянно в работе. Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Крыма работает с 1936 года. Рудоуправление вносит большой вклад в экономику Севастополя. За год оно выпускает 8,5 тонн сырья. За 83 года здесь сменилось несколько поколений. У многих на рудоуправлении работали отцы и дедушки. А сейчас внуки горняков продолжают трудовые династии. Ну, это, наверное, все. Я здесь выросла и здесь живу. Я этим дышу. Я работаю 31 год, а вообще я династия в третьем поколении на этом предприятии. Мой дед в 49 году был направлен сюда главным инженером Балаклавского рудоуправления. И после этого мой отец всю жизнь и мама проработала в руде. Передовиков производства наградили благодарственными письмами от законодательного собрания и правительства Севастополя. Это предприятие создает сотни рабочих мест, которые так нужны Севастополю, что вносит очень существенный вклад в бюджет. Их взнос составил 480 миллионов. Для Севастополя это очень серьезная сумма. И при всем при том, это предприятие шаг за шагом двигается в сторону улучшения экологии. Сегодня Балаклавское рудоуправление обеспечивает сырьем Крымский содовый завод и производит щебень и бутовый камень для строительной индустрии полуострова. Михаил Журавский, Алина Пчелинцева, Дмитрий Фомин, 7 Информбюро.